Откуда ты меня знаешь-то? Если бы ты меня знала, ты бы не пряталась. Раз ты прячешься от меня, значит, не знаешь меня. А вы из России? Да. Я из... А мать говорила с подругой, то вы сказали, что вы из России. Ну, вас подруга обманула, девчонки. Я живу на Владимировской, ребята. Нет, общаюсь здесь с разными людьми. Я не понял, что ты сказала. Но кого я могу еще поддерживать? Кроме на этой планете Земля, кроме больше никаких нету. Вообще нет. Откуда у вас только денег? Можно вопрос? Рассказывай. Откуда что? Только денег у вас. Как откуда? Я же это... сейчас благодаря зарабатываю. Вот сейчас, чем больше... Тем больше я на них зарабатываю денег. Да, понятно. Не, серьезно тебе говорю. Ко мне потом приезжают из... Потом, значит, правый сектор. Они мне все вот это приносят и сдают по дешевочке. У меня есть магазинчик свой. Ты откуда сама? Да. Ну вот, тем более, ты, наверное, знаешь Владимировскую, да он... У меня там есть свой магазинчик маленький, приходи, увидишь. У меня есть много всяких вещей. Ребята работают, правда, их там... И тем, кто занимался, сейчас некому просто вещи ко мне таскать. Вот не знаю, что будет, как дальше. Я чувствую, что скоро мой бизнес пойдет на нет. А мне какой бизнес посоветуете вести? Тебе? А тебе сколько лет сейчас? Ну, пока, наверное, никакого бизнеса лучше тебе не вести, молодая, красивая девочка. Совет единственный, дам, уезжай куда-нибудь за границу. Найди себя там, найди себе нормального мужика. Да, живи, размножайся, радуйся жизни. Ну, а ты сейчас выйдешь какого-нибудь, а дальше-то? Ты останешься одна. И все равно придется ехать искать свое счастье. Лучше сразу уехать, пока молодая, красивая, да найти себе там нормального мужика какого-нибудь. И уже там, так сказать, выстраивать свою жизнь. А сейчас ты чего? Ну, к чему ты сейчас придешь? Ждать мужа с... Или вообще не... Ну, вот как быть-то? Или есть еще один вариант. Езжай в Россию, женись на каком-нибудь русском парне. Родишь красивых детишек. Ты, кстати, для себя... Ты выглядишь очень старовато, вот без обид тебе говорю. Лет на 25, вот и искренне тебе говорю. Не-не, серьезно, может тебе ну вот как-то камера немножко искажает. Не, девочка, ты видишь, симпатичная, ну вот как-то вот... А чё вы не идете? Что так, что вы там сидите в своей... Я жду, когда... Что вы несете? Я вас умоляю. Я тебе наоборот совет даю, я тебе подсказку даю. Найди себя сегодня и сейчас, пока не поздно. Так я вас спросила, не где мне себя искать, а где мне лучше пойти работать на первое время. Ну, сейчас говорят, востребованы молодые девушки. Можно... Там неплохо зарабатывают, кстати. Да не, я не говорю, что ты должна идти. Ты же меня спрашиваешь, какую работу, но я думаю, нормально будет. Там сейчас... Куда ты побежал? У тебя красивые статуэтки. Ягода, малина. Девочки, вы откуда? Мы. О чем общаетесь здесь? Что интересненького обсуждать? Полусидим, чисто посмотреть на всяких... О, а
Как выглядит, какое определение, вот, допустим, человек встретили, и вы видите, вот это какие критерии? Ну смотри, он начинает, короче. Он что начинает делать? Говорить. Ну, а говорить что? Что, допустим, что нужно сказать, чтобы я понял, куда ты убежал-то? Люди говорят, да и сами не знают о чем. Спрашиваешь нормальные вопросы, сразу теряются и не могут объяснить, почему. Да? Ну вот странная, да, позиция у людей. Просто ляпнуть и все.